Этой весной в Чебоксарах собрали большой урожай автомобильных покрышек. Для чего и что будут делать с ними дальше? Об этом в репортаже Ольги Пырочкиной. Покрышка обыкновенная. Встречается в зонах городских парковок в любое время года. С их помощью автомобилисты помечают свою территорию. А если серьезно, сотрудники управления экологии насчитали в Чебоксарах 9 тонн вот такого мусора. Автомобильные шины отработанные относятся к 4-му классу опасности. Такие автомобильные шины в летний период при высоких температурах уже будут наносить дополнительный вред окружающей среде. Они будут источать запахи неприятные, а также плавиться и мешать людям в повседневной жизни. Отходы, а тем более опасные отходы, надо вывозить, решили в городской администрации. Старший по дому Михаил Петрович и сам автомобилист. Однако он никогда не занимает места для своей машины таким образом. Вот сейчас видите, чисто, красиво. А еще снег растает, совсем будет хорошо. А если каждый положит еще, я подъеду еще положу, что будет? Отходы 4-го класса опасности просто выбросить на свалку нельзя. По договору с управлением экологии утилизации покрышек занялась организация, которая специализируется на вторсырье. Сначала на специальном аппарате из шины удаляют силовое кольцо. Затем крошат на так называемые чипсы. В перспективе их планируется измельчать в крошку и после специальной обработки делать плитки и монолитные покрытия для детских, спортивных или дачных участков. Вы все еще оставляете покрышки на парковках? Тогда сотрудники управления экологии идут к вам. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.